Смотрите далее в «Гражданской обороне». Особенности национального гостеприимства. Почему украинские беженцы разочаровались в России? На вторую неделю они нас начали выгонять. Бедные родственники. Какой прием устроила РФ для братского народа Украины? Максимум всех инструментов, которые ограничивают права человека. Россия – мать или все-таки мачеха? Ответ прямо сейчас в «Гражданской обороне». Сотни украинских беженцев ежедневно прибывают в разные российские регионы. А жители Донбасса бегут от обстрелов в России. Последняя внушительная цифра, ее озвучили в Федеральной миграционной службе. 500 000 человек уже перешли границу. Это идеальная картинка, вот уже почти год не сходит с экранов марионеточных СМИ Кремля. Добрая Россия принимает украинцев, сбежавших от преследования киевской хунты и безжалостных бандеровцев под свое крыло. Я чувствую себя дома. Что значит родина? Вот родина. Все. И дышится легче. Для меня не будет Запад Украины таким гостеприимным государством, которое примет меня, моих детей на полное обеспечение, где я не буду бояться просить какой-то защиты и помощи. Я им показывал телевизор, огромные пенсии, зарплаты, млечные берега, кисельные реки. Они приезжают и месяц верят, продолжают верить, а через 3 месяца понимают, что все не так. Чем дольше находились украинцы на территории России, тем больше росло их разочарование. Обещания не исполнялись, ожидания не оправдывались, а желания становились все скромнее. Нам не надо отель 5 звезд, нам не надо питание 3-разовое, нам не надо туалет, ванна совместная, нам ничего не надо. Нам нужно хотя бы хибара какая-то с туалетом, без условий. Мы в жилье уже не просим, дайте нам работу. Потому что никому мы не нужны. Эта женщина увозила своего сына от мифических карателей из Нацгвардии, а угодил он в итоге во вполне реальную российскую тюрьму. На основании отсутствия регистрации его задержали на улице Москвы. Если вы не заплатите нам деньги, то мы его посадим. Я говорю, на каком основании? Они говорят, а мы ему подложим спать. Сын Елены не гражданин России, а значит бесправный. Уже год парень сидит в СИЗО за ношение наркотиков. До сих пор по настоящее время моему сыну продолжают угрожать, избивать. Вот так мы узнали, как Москва рада украинским беженцам, как она им помогает. Бежали от хунты, а попали в концлагерь. Другим словом, те условия, в которых оказались украинцы в России, не назовешь. Россия так и не стала для них родиной. Больше похожа на один из кругов ада. Жизнь украинских беженцев в России – сплошная русская рулетка. Они не знали, куда попадут. Все побросали. Они не представляли, в каких условиях будут жить. Надеемся только на Россию. Без денег едем, без ничего. И даже не догадывались, сколько продлится эта неопределенность. Но даже в самых страшных кошмарах они представить себе не могли, что их бросят на произвол судьбы. Когда выезжали туда, думали, что будет, наверное, в Москве, и что примут хорошо. А начали отправлять очень далеко, даже на Сахалин. Туда вот малозаселенные и неосвоенные места, инфраструктуры, жизни нет. А Донбасс – это индустриальный регион, это мегаполисы, а засылают в село. Квота для Москвы, для Подмосковья, для Санкт-Петербурга и для Крыма – ноль. Эта женщина приехала с семьей в Петербург. Уже сейчас она снова вынуждена паковать вещи. Только в документы глянут, и все. У вас нет гражданства, у вас нет, понимаете, как дочки угрожают, говорят, что если вы в течение ближайших дней не найдете работу, мы вас вынуждены будем выселить и передать другому городу, ну, перевести в другой город, вот так. Дальше все произойдет по уже стандартной схеме. По этапу их, как и тысячи до них, отправят в дальние уголки необъятной России, где условия жизни не менее суровые, чем на оккупированных территориях. Разве что не стреляют. И вот я тут выбрал реальные вещи, которые говорят сами беженцы. Украинские беженцы в Карелии. Нас здесь держат за быдло и кормят по талонам. Беженцы из Луганской области в шоке от Пермского края. Поселили в спецшколе для малолетних преступников. Они говорят... Вы нас сюда привезли, чтобы похоронить. Это пункт временной регистрации в Ангарске. По закону тут могут жить беженцы, пока не устроятся на работу и не найдут жилье. Но это по закону, который в России чиновникам не писан. Мы только сюда заехали, нам на второй неделе сказали, ищите квартиры, снимайте. Люди еще без работы, люди вообще в прострации. Люди не могли выспаться от войны. Беженцы и не против бы найти работу, но без регистрации они могут рассчитывать только на копеечную нелегальную подработку. Потому что мы работаем сейчас... Кушаем, ну, на питание. Потом 5 тысяч получил,
Я 2,5 только на лекарства заплатила, чтобы поднять их всех. Все переболели, и муж, и я пластом валялись. Засыпая по вечерам, люди со страхом думают, что утром могут остаться на улице. Чтобы проверить, все ли на местах, кого можно выписать быстренько и снять с питания, они решили сделать рейд, ты не один. Они проходили по комнатам. Кто открыл, записали на месте. Кто не открыл, спит человек 12 часов ночи. Он спит. А, значит, его нету, он отсутствует, значит, ему есть куда идти. В результате из 70 официально тут числится только 13 человек. Только они и получают питание. Остальные – выживайте как хотите. Все хуже и хуже. Аналогичная ситуация и в Иркутской области. Ну, вот на 7 человек вот выдали порцию макарон. То есть, ну, как бы... Ну, детям покушать. Детям покушать надо. Мы чайку попьем. Еще полгода назад они благодарили администрацию за теплый прием. Благодарю вас, иркутяне, за оказанную нам помощь. Но, как оказалось, у крыши над головой тоже есть срок годности. 19 марта из Министерства социального развития сюда пришла разнарядка. Все трудоспособные жители должны покинуть пункт временной регистрации. Я вам ничем помочь не могу. Вопросы, а вы оставьте нас на маленько, никому. Можете расценить мои слова, как вам прямая угроза. Все потому, что большинство переселенцев здесь не смогли найти работу. Но и где же ее найдешь в маленьком городке, где и для местных-то нет вакансий? Будем вас ожидать, пока вы не получите документы. Или вакансии закрыты, или вакансии уже давно нет, или телефоны вообще не рабочие. Получается, я опять остаюсь ни при чем. Он говорит, это тоже меня не интересует, это тоже ваша личная проблема. Украинцы стали заложниками российской бюрократической системы. Справка о временной регистрации, которую им выдали при пересечении границы, не дает права на трудоустройство. Мы работали по договоренности, не по договору. По справке нам отказывались давать дело. По договоренности, хотите, работали за минимум. Документы, которые бы разрешал переселенцам находиться на территории РФ и легально работать, они ждут уже полгода. Для его оформления у них еще на въезде в РФ забрали украинские паспорта. А без документов ты, считай, не человек. Вот и отношения соответственные. Есть человек, который 40 дней отработал. Они ему сказали, слушай, большая, тайга большая, вали отсюда, если хочешь, чтобы ты живой. Да, ему за 40 дней. Ему не заплатили вообще ни копейки. Без теплой одежды, без еды, без определенного места жительства. А главное, без паспортов. Теперь они никто. Когда регистрация закончится, им перестанут давать еду и с большой вероятностью отнимут кровь. Нам был ответ такой, что вся гуманитарка, которая собирается, она не для вас, а для тех, кто еще приедет. Эти люди – отработанный материал. О них уже рассказали по федеральным каналам. Их уже добавили к миллиону заявленных беженцев. Теперь они не нужны. Их выгнали на улицу, потому что нужно место для новой партии, которая станет свежей картинкой для пропагандистских сюжетов о доброй и такой сердечной России. Сами россияне относятся к беженцам как к бедным родственникам. Погостили, пора и честь знать. Не нужно было приезжать, я думаю. Здесь так нас много, поэтому надо их содержать. Дайте мне автомат, я первым пойду стрелять по вам. Нас называют студенты, вот, которые здесь находятся в этом общежитии, бомжами. Вот приехали бомжи, посмотри. Они узнали, что такое гостеприимство по-русски. Они познакомились с российским правосудием. Им показали, как выглядит жизнь в русской глубинке. Это было использовано как хороший пиар-повод, и все, и о них забыли, они не нужны, они такие же бесправные, как любые другие группы в многонациональной России. Они думали, что едут в братскую Россию, а оказались в чужой, суровой стране, с детьми на руках и без какой-либо надежды на светлое будущее, которое им обещали. Теперь их называют тунеядцами. С трудоустройством действительно не торопятся и не спешат стать гражданином России. Теперь, увидев, что такое русский мир по-настоящему, они осознали, что бандеровцы и хунта – такой же миф российской пропаганды, как и золотые горы, обещанные им в РФ. Украинские беженцы постепенно возвращаются в свои дома. Уже месяц, как представники ОБСЕ ясно пометили рух людей назад и спостерігаються и сегодня. Настоящее лицо русского мира увидели даже те, кто был слеп, когда террористы бомбили их дома. Россия так и не стала для них матерью. Сейчас она больше похожа на злую мачеху, от которой нужно бежать как можно скорее.